Всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Ну что у нас здесь? Новый альбом Gone Flada, Voodoo Child. До этого у нас была, по-моему, EP-шка, которая была, в принципе, неплохая. Я ее гонял, точно помню. Вот у нас альбом, 16 треков здесь. Что-то я слушал. I can kick it, да. И что забавно, тут еще есть трек «Могу пнуть это», что, собственно, перевод, как бы. Ну, не знаю, с I6One еще. Короче, давайте заценим. А, я еще что-то слушал. Зеркала, погнали. Какое чудесное небо выглядит, землю усеяло птицами миг. Нет никого, куда не поглядел, я не хочу веселиться один. Очень такой простенький, спокойный бит, но флоу, конечно, пипец. Неплохое начало. Прикольно. Надо будет еще вникнуть во все это. Просто, ну, в основном обратил внимание на флоу и на само музло. Трын, трын. Так все просто, блин. А, это другая версия, просто с I6One, да? Так, сотни сук кидает. Так, давайте сразу тогда на I6One помотаем. Просто я слушал уже. Вау! Прикольно, прикольно, прикольно. Не знаю, мне вот с I6One версия зашла больше. Конечно, круто то, что здесь, ну, следующее, вот I Can Kick It, туда залетел чувак, который замутил, у которого трек «Ла-ла-ла» стрельнул, типа, ну, известный парнишка, по-моему, с Канады, он, не знаю, тоже круто, но с I6One как-то все-таки поприкольнее. Идем дальше, «Воздушный змей». Классно. Такой классный саунд вообще. Ой, такой олдскульный хип-хопчик, типа. Ой, круто, круто. Еще вот эта флейта, ну, по-моему. Ну, вот прям вообще отсылочка к такому олдскульчику. Такой Snoop D.O.D. Круто, вот, ну, вообще, я не знаю, мне прям зашло, улыбка не сходит с лица. Пока самый топчик. «Вкус яда», совместка с Айра. Очень интересненько, что у нас тут сейчас будет. Такое, знаете, звучание типа многозналовское. О, тоже прикольное строение. Саунд крутой, да? Флада крутой вообще. Классный припев. Сейчас вот чисто музончик надо в конце. Какой-нибудь, чтобы вот... Бфф, и движуха бы началась какая-нибудь.
танцевальная, синтов навалить туда, я не знаю, пожалуйста, пожалуйста. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну вот прям просилось просто это все. А. Или так и закончим. Ну если сейчас дроп будет, будет вообще шикарно. Это даже поприкольней. Круто. Мне нравится. Уже какой трек? Раз, три, раз. Ну, где-то можно считать два, наверное. Ладно, третий трек пока вот прям конкретно нравится. Зеркала еще что-то как-то не понял, можно даже сказать так. Так, «Алмаз сознания», совместка с Томас Мраз. Ocean, Ocean. Круто. Но высок живой массы уже на вилке. Прощай планету и делай пилки. Вечность и пластик от галпа стинга. Миссисипи дует с Биби Кингу. Пустота и цветы. Ответа вопрос найдешь внутри. Невидимка может засиять. И это ты. Я сияю вечно. Прикольно. Вот мне нравится то, что гомфлат меняется. Круто. Офигеть. Я вообще не знал то, что он может так. Классные, классные. Такие котятки. Классно, классно. Хороший торчок. Святой Грааль. Совместка с Кейтбой. Блин, он просто крутейший. Круто, круто. Классно играет с речитативом. Неплохой трек, неплохой. Удивляет Конфлат. Так, Вуду. Битло прикольное. Потом от звездного семени, родом из вселенной. Пепелю зелень, куплеты горячие кометы. Метод имитации времени. Так я и бью этих сука одновременно. Или шадорки, а клининку борту ты пал. Вуду, вуду, вуду. Охренеть. Мощно. Блин, я не знаю, это половина альбома еще только. Мне уже все, ну вот это, вся половина практически нравится. Гомфлат крутой. Я не знаю, я в конце то же самое скажу. 100 раз я это скажу, готов сказать вообще. Так, what's up? Самый свежий на квартале, с передозом на кармане. Мой ход мысли уникален, зашибатель денег в здании. Извержение вулкана, водный Будда, путь и яма. Все внимание твои дамы, но мне нахуй уебало. Мой стилинки, как зараза, выпускаю мне. Круто, круто играет, да? Индустрия дает кассу. Я не знаю, снова или не знаю, только много дел. Была бы очень глупо пропустить хоть один мой концерт. Считаешь, ты типа... короткий, я смешно, да ты замолчал. Низкий все, тон, слышно, высокий. И вообще, блин, он такой уверенный тут. Охренеть. Воу. Полегче, бой. Круто. Я, короче, добавлю себе эту пластинку. И по-любому, ну, какие-то отдельные треки в другой плейлист. Lame shit. Я укусил тупак, теперь я болен и дерьмом. Ты снежок, бейбл, динь-дон. Дальше бит, как скажет вердом. Я уже крепко в тени, ты чисто как локомотив. Чит, я не дейд, ты почет, ид, а. Я весь здесь пришивчик, а. Неизменно, закружен в кафу. Шишка пушистый, а. Кочевая тема. Вот эта часть мне прям очень нравится, ну припев. И эти, ну, бэки. Называй мой пусть, трейлайн. Куриджай, дай найт. Буду чувак
Вау! Очень мощно, вот эти два трека, прям что-то прям мощь какая-то. Бомба. Два кусочка пиццы. Вау, это вообще отличается от всего, что было представлено до этого. What the fuck? Уф, чё, я вообще не успеваю. Ну, слушайте, этот трек был бы прикольно в конце услышать, просто. А тут он как-то, как будто не в своей тарелке он здесь. Просто до этого было вообще другое музло, но тем прикольно. Мне кажется, по фану писали вообще этот трек. Вот мне этот звук очень нравится. Но я бы его все-таки в конец поставил. Так, зелень. Мне кажется, я уже знаю, о чем идет речь. Влада, это правда, что ты хочешь больше бабы. Да, это да, я хочу, чтобы нам капал. Помни, зелень, курю, зелень, трачу, зелень, помни, зелень. Неожиданная отсылочка вообще была. Не перестаю удивляться. Так, 12-й трек. Альбом «Пушка» вообще. Soul Calibur Love. А, вот это я слышал. По-моему. Да-да-да. Очень крутой трек. Короче, он капец какой разный. Красавчик. Очень крутой альбом. Так, пацаны. Курю зимой, песочный сати. По первому крови в базаре в Майдане. С надисом на братья готов за ним порвать. Цифры никогда не прикроют сзади. Зачем тебе фейм, он не даст тебе взять это. Что это такое? Что это было такое? Блять. Нахуй так делать? Что за косяк вообще был? О, подожди-ка. Давай-ка заново. Жизнь. Короче, это очень-очень плохо. Ну, так нельзя делать. Это реально, чувак, просто, я не знаю, сердцем может плохо стать у кого-то, наверное. Жесть, тут предупреждать хоть как-то надо. Я реально шуганулся. Как делишки? Акустика. Какой-то, наверное, старый трек его. Я его не слышал, да. Детка, ты карамель, карамель. Я путала только чарами, чарами. Душа кричит, будто пада с урелями. Губы твои стали алыми, алыми. Пока стопудово. Ну. Это кочевая какая-то тема, и он там прям бэм-бэм-бэм летает по биту. А здесь так все красиво, плавно звучит под акустику. Ну, акустика реально красивая. Ну, собственно, все понятно по акустике было изначально. Акустика всегда очень красиво звучит. Здесь вообще очень крутая гитара. Классно, классно. Так, ну и последний трек. Freestyle 355 Freestyle.
Утрепся опять, не хожу гулять, чем себе занять, мы курим опять. Утрепся опять, не хожу гулять, чем себе занять, мы курим опять. Утрепся опять. Утрепся опять, то опять должен забрать деда. Буду летать, это как капец, типа ракета. Руки мои, руки мои, руки мои, руки мои, руки мои, руки мои. А, вот это я слышал. Где-то в ТикТоке, по-моему. Ну, все, в принципе, понятно здесь. И вот в конце еще был бы прикольный этот два кусочка пиццы тоже здесь. То он там как-то вообще ему не по себе, мне кажется. Так, что насчет альбома? Очень крутой альбом. Flat прям вообще разорвал. Пушка. Ну вот, ребят, честное слово, очень понравилась тема в пацанах, только мне не очень зашла. Это реально, ну, так нельзя делать. Вот. И, ну, два кусочка пиццы, я уже сказал, как-то не в тему слышится, слушается. Там. Я, блин, не знаю, короче, но я точно выделил «Могу пнуть это», «Воздушный змей», «Вкус яда». Так, Святой Грааль, по-моему. Вуду, Восап, прям вообще Lame Shit 2, очень крутые темы. Soul Calibur Love, как делишки, хорошо. Ну, короче, мне кажется, большая часть альбома мне зашла очень круто. Очень круто. И по музыке разнообразно, что-то новое постоянно, какие-то звучки, где-то акустика даже тут есть, танцевальные какие-то темы. Ну, короче, по битам тоже очень все круто. Флоу, я уже, ну, не повторюсь, как бы разнообразный, постоянно он меняет его, пипец, как просто, вообще очень круто, очень. Техника у него прям классная. Тексты. Вот мне нравится его рифмовка, он круто играет словами и круто подбирает рифму. Вообще, очень круто. Я еще раз, короче, погоняю все это в плеере, послушаю, погоняю. Вот. Ну, больше всего, наверное, выделю «Воздушный змей», наверное. Ну, вот у него просто очень крутой вайб. На этом все. Пишите ваши впечатления в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.